Здравствуйте! Вы смотрите канал Максимации, и это... уже хрен знает, какая серия по модному летсплею в Майнкрафте. Короче, за кадром я тут еще побегал, и ходил, искал, убивал эндерменов, и в итоге собрал еще 11 жемчугов. Можно продолжать искать дракона, в принципе, но думаю, у нас еще есть незаконченные дела, в принципе-то. Я думаю, вернуться сейчас домой и... И, кстати, немного... Что-то как-то звук... Что-то звук какой-то громкий. Надо потише сделать. Так-то лучше. Не, земля не нужна мне. Красный дуб у нас, собственно, с красной листвой. Ну-ка, давайте его срубим. Досточки пригодятся, думаю. Досточки. Вообще, хочу сделать курятник я. А у нас есть, я ферму уже строил, там есть сектора. Бери, не хочу, никто не пользуется почему-то. Я просто это хотел... А, это темный дуб. Мне не сильно нужен, но все равно возьму, на всякий случай. Мне обычный нужен дуб сейчас. Блин, а где... О, темный дуб. Обычный дуб, вот он, вот это обычный дуб. Так, а чё, а? Понимаю. Надо камни мне. Так, стоп, может дуб есть? Инвентарь у меня опять нафиг забитый весь. А у тебя темный дуб найдется, если что, для меня где-нибудь стар? А, у меня есть. Я нормально. Только что срубил целое дерево, 44 древесины выпало. Надо будет тоже сейчас дерево срубить. Хотя мне темный дуб-то не нужен сейчас был. Я хотел обычный дуб срубить, а этот темный оказался. А, мне покушать. Темный дуб пошел срубать. Яблоки съел. Яблоки полезны для здоровья. Запомните. В них много железа. Можно на металлолом сдать какой-нибудь. Оба, смотри, лошадь скелет сейчас будет. А, то сейчас не будет такой магии, да, как тогда? Было. Да, я помню, какой трешак один раз случился, когда скелеты на лошадях появились. А у меня вот недавно появлялись, вот. Когда мы не снимали. В этот момент почему-то запись не шла у нас с тобой. А, они как... внезапно решили появиться тогда у нас. Это, наверное, это, когда я эндеров искал, бегал, наверное. Да, прям тогда. Это не нужно, я выкидываю. Оба. Это. Тыквенный павук. Вот это точно павук? Нужно, это нельзя выбрасывать. Павук. Так, ломаем дуб. Мне нужен дуб. Вот еще дуб. Так, булыжника переплавить надо бы побольше. Нифига, как я прям миллиметр в миллиметр угадал. Потом офигеешь с того, как я умею это. Посмотрим. Опа. Увидишь потом кое-что интересное. Опять эти циклопы орут, кошмар. Я смотрю, осень у нас тут опять, кстати. Ну и зима скоро наступать будет. Да, и похоже, мы тут играем. Можно сказать, целый год уже прошел, больше. Ой, я чуть не упал в черную лаву. Это капец, конечно. Не, почему капец? Я не упал. Кстати, раз уж тут есть черная лава, может туда мусор скинуть? А где она была? Это как она? Смола раскаленная. Да пофигу. Все равно, когда это падаешь в нее, пишут, что решил поплавать в лаве. Это песок, просто, по-моему, песок смола... душа ему нужен. Точнее, лава с текстурой смолы. Вот это выкину. Так, ладно, возвращаюсь я домой. Ну-ка, я далеко от дома-то, кстати, нет?
Я сам-то обозначаюсь как-то на карте или нет? А, вот я. Нет, я слишком далеко, надо ТПшница. Так, телепортируемся домой. Ставим, во-первых, кто-то в подвал. Нет, я смотрю, заходил. Так, песок душ тут оставляем. Жемчуги оставляем. Золото в печку. Ой, ты что, в шахте лазишь, что ли? Нет, у меня с прошлого раза, по-моему, золото это в инвентаре лежало. Лазурит-то потом поищи, пожалуйста. Так, у меня ровно 3 стака обычного дерева получилось. Нифига тут циклопов, ты смотри. Лазурита. Лазурита у меня нету сейчас. Циклопов я знаю, что много. Чё, тебе темный дуб надо? Да, надо побольше желательно. Мне бы стволы в основном сейчас. Да без проблем. Че, ты золото подбирал? Скинь мне, сколько подобрал золото. И вот этот мусор тоже Блин. бери. Нафиг Хотя не забери нужен. золото у меня. Золото забери у меня. Золото я вон там выронил. Так, вот я не У знаю, меня будет летающий нужны ли рубец, кусочки посмотри на мой глаза. дом. Кусочки глаза, я думаю, нафиг не нужны. Мусор На какой-то мой вообще. дом посмотри, я немножко его достроил. Нифиг. Погоди-ка. Обалдеть, когда ты успел так много построить? Ничего себе. За кадром успел я так много. А, пока Эндер пускал, настроил. Ничего себе, Наверное. что-то ты даже не сказал ничего. Ну, Что-то ты нифига даже не счастье любит сказал. тишину, можно сказать. Я вот тут решил домик расширить Сюрприз, побольше короче. даже, Так, в о, в принципе. подвале паук у тебя, короче. Ой, он Я нападает на знаю. меня. У меня там чего только нету, можешь сходить А, кстати, посмотреть. надо Там зоопарк подвинуть, у меня надо был, люк этот видимо. подвинуть. Кстати, да, люк передвинь, я когда лестницу там делал. Передвинь. Он нам не нужен там просто. Надо топоры... Блин, топор Минотавра скоро кончится, обидно будет. У меня нифига, у меня его дофига еще по Кого использованию. топор? Топора, да. А как-нибудь его можно починить? О, эндермены! Макс, их два. Но Они на меня загрелись. только если такой же топор, наверное, раздобыть еще один. Фиг на это. Сейчас О, так у передвинем. нас же криперы не взрываются, да? Да, потому что такой вот мод немного Смотри, раз, два, странный. три. Самоубился, что Слушай, ли? блин. А, эндермена не загасил таким образом. А, грустно. Ай, хотел эндермена Блин, а зафармить мне же таким не до... образом, блядь. Блин, а я далеко до этого достану? Достану. Да по сути достанешь, что-то мне не Блин, достать-то. да что ж такое? Отлично. Так, Теперь надо земля. вот эту дыру О, заделать. нифига на земли тут. Вот так вот. Секретный подземный ход, блин. У Андрея, в особняке Андрея, недоделанном. Ого, сколько криперов у тебя тут. Обалдеть. Индер... Ну да, О! лезть туда. О! 3 эндермена на территории у нас сразу. Сейчас отведают силушки богатырской. Так, с этого не выпало ничего. А вот с этого жемчуг выпал. Отлично. Ай, больно. И с этого выпал жемчуг. Отлично. Хватит такие звуки издавать. Ты тоже это слышишь, да? Это значит, где-то эндермен рядом, Макс. Я убил 3 эндерменов, которые тут были рядом. А, уже классно. Отлично. Так. Куда я жемчуги положил? Просто так много вещей, что я могу не увидеть сразу. Нам надо будет карьер А, заправить, вот потому они. что... У меня 13 жемчугов уже. Когда сможешь карьер заправить-то? Я должен это делать. Ну, просто если смог бы, то заправь, пожалуйста, его. Ну, если встречу нефть, заправлю. Кстати, что, спать, наверное, может, надо? Да сейчас я это панели себе. Блин, а у меня панели не крафтится, у меня места нет под это. Блин. Нет.
Табличку да. Нафиг выкину. Давай, дрыхни, если что. Погоди, сейчас я сделаю так, по-хитрому. Так. Блин, мне надо по-хитрому. Зомби его забьет, дома бегает, надо убить. И, по-моему, он ко мне, так. Он к тебе, по-моему, идет. А, он идет куда-то, он на тебя, по-моему, вообще идет. На, я бегу спать. Я в кровати. Почти. Сейчас я. Это что за табличка? Почему, почему здесь место пустая табличка? Что здесь было написано, Андрей? Я просто поставил пустую табличку, потому что места в инвентаре не было. Обалдеть. Эндермен только... Пошел, короче, дождь, и Эндермен телепортировался и сквозь мой дом прошел. Я это видел только что. Каким образом тебя взорвал крипер? Ты сам его, что ли, я же говорил, что я крипером пытался взорвать Эндермена. А, так вот почему я его с одного раза убил. Первого. Да. Думаю, почему. Но с него, кстати, не выпал жемчуг. А с двух других выпал. Так, а мне нужно... Ау, щит. А, не, уголь есть, это уже прекрасно. А, блин, боже, это крипер. Так, надо крипера куда-нибудь... О, я знаю, куда его утащить. О. Ого, ай-яй-яй. На 30 хватит. Так, сейчас их надо вот сюда загребать за собой. Давайте, идите сюда, мои рит книжки неназванные. Так, они сейчас сюда идут, идут. Давай, 3-2-1. Ну не. Камикадзе ты какой-то, блин. Сам себя взрываешь, блин. Жертвуешь с собой, блин. Да они что, они опять что ли не откисли? Да что ж ты будешь делать с ними? Ладно. А что у тебя зависло? Я говорю, не откисли они, что типа не погибли. Я... А что, опять не... Так, я всполох, это уже прибежника. Да, блин, ну, короче, сами разбирайтесь с этими циклопами, а я буду делать... Курятник себе. А, курятник в одном углу построим, а потому что вот он для животных загон. Там еще забор надо будет ставить. Блин, я забор не буду накрасить. Так. Курочки две, которые у меня жили, куда-то удрали. А, кстати, они могут деспавниться, если на них нет бирки. Че, предлагаешь тут где-то построить? Иди сюда ко мне быстро. Я вообще сначала планировал на заднем дворе своем построить. Иди сюда. Вот видишь, общая ферма. Вот один кусок это под куриц, другой кусок вот этот. Это, короче, одна клетка это под какой-то вид животных особый. Типа у нас что, курицы, коровы есть, овцы. Ну и свиньи. Вот, для четырех видов животных у нас есть место. Так что, ну ладно. Городи сколько хочешь, как говорится. Ладно, на заднем дворе сделаю тогда. Да ты это... Я что, зря строил, что ли? Я тебе, что ли, да? Да не, я про... Не, не зря. Я просто у себя тоже сарайчик тут построю. Это общий строй, блин, там. Я что, зря строил? Просто у меня пока нет времени для этого всего. Ты давай займи там это дело еще. Ты все равно хоть животных развести. Вот, эти места выделил, считай. Тебе осталось только животных туда запустить, и все. Это единственное, что осталось тебе сделать там. Больше тебе ничего не требуется, как говорится. Я просто сарайчик построю. Может, я даже куриц туда заводить не буду. Боже, зачем посмотрим такие расходы? Я что, зря для животных строил ферму? Чё ты так жалеешь, блин? Просто говорю, что грустно. Что я построил, никто не пользуется. Так. Ну, ты построил, ты первый заведи, а там посмотрим. Да ты заводи мне, что я сейчас пока дом строю себе, я хочу дом достроить свой, небольшой. А то у меня и так домик маленький, не знаешь, как быть с этим домиком. Не развернуться, не повернуться в нем. Ну это сарказм, конечно, почти что. Ай-яй-яй-яй. Надо будет еще этих бревен надыбать где-то. Каких? А, темных? Ну... Да, если у тебя будет время, найди, пожалуйста, стак и два. Окей, ладно.
Древесины стака 2. Да, именно вот это. Хотя, учитывая то, что они такие большие деревья, то я думаю, с этим проблем не будет больших. Ну это как бы да. Блин, вот крышу строил, придется сейчас разбирать частично. Ну ничего страшного, как говорится, нам не привыкать. У нас такая постройка здесь везде специфичная, да? Ну. Как-то обосновались мы так странной формой. Так, ладно, сейчас. Я, если что, жду от тебя, пожалуйста, темный дух, потому что мой весь сейчас ушел на пол. Я тут сначала кое-что сделаю. Опять зомби, да что ж ты будешь делать-то, а? Ты там пока занимайся уже своим домом, или что там у тебя? А, тебе ж темный дуб как раз-таки для него и нужен. Ну да. У меня сейчас пока камень для фундамента переплавляется и для стен. Хотя, стоп, у меня материал для стен, по-моему, еще есть. Так, кстати, материал для стен, надо посмотреть. Так, а что, серьезно, что ли, так мало? А, я же дом какой временный построил уже. А, еще есть камни, ура. Еще есть кирпичи. Блин, больше всего будет интересно, как у тебя изнутри дом выглядит. Явно там не пустые такие комнаты будут. Ну да, почти. Явно в них что-то будет где-то стоять. А то так неинтересно же. Я строюсь потихоньку, полегоньку надо строить дом. Я, кстати, это какой-то коттедж уже отстроил, почти считай. Небольшой такой домик, я бы сказал, хотя даже. Да лучше. Вообще особняк у тебя, блин, целый. Я бы хотел бы его, это как. Я бы хотел бы его себе как-нибудь сохранить на память вообще. Сохраним. А у меня, кстати, возле дома тыквенные пауки бродят, ходят. Ну классно, что могу сказать. Убей их. Убью! Да, одного. Зарежу! Как тыквы. Ай, они еще и дерутся. Паразиты. А ты как думал? Про что, просто так? Сопротивляться тебе не будут, думал? Дай просто говорю, что они дерутся, паразиты. А, то есть здесь еще будет то так, да, значит, точно. Ладно. Надо камень посмотреть, что у нас по камню. Блин, а камня мало. Ёлки-палки, что за фигня? У меня весь инвентарь полон всякого дерьма. Так, хлам. Есть что в хлам закинуть? Блин, надо, кстати, сундуки расставлять. В доме у себя, пора бы уже. А то как-то живем необособленно. Оба, крипер в доме, крипер в доме, крипер в доме, крипер в доме. Грусть, доска, печаль. Так, у меня кончилась лопата, надо сделать новую лопату. Пойду за землей и заодно добуду тебе дерево. Очень спасибо. Ай, нафиг. Кошмар. Сколько у меня стеклянных панелей? Должно будет хватить на все. А, кстати, надо посмотреть, как делается этот алмазный сундук. Надо апгрейдить уже сундук себе. А то и там уже места не хватает. Я вот на склад все общий складываю. Мне как бы пофигу. Окрашенное стекло именно надо, что ли? Куда окрашенное стекло? Для сундука. Тут... и обычное тоже надо. Короче, для... Алмазный сундук не обязательно покрывать полностью алмазами. Достаточно двух алмазов.
Круто, Но при круто, этом круто, чего любое, я магическое. так понимаю... А, любое стекло можно, не обязательно окрашенное. Это просто варианты разные показываются. Можно также из железного сразу алмазный сундук сделать. Но тогда потребуется 3 алмаза, а не 2. Но у меня золотой сундук, значит лучше сделать из 2 алмазов. А что здесь булыжником заложено? А, шиш с ним. Пока здесь у меня... А у тебя стекла нету случайно? А мне стекло есть, только оно в инвентаре надо это. Слушай, надо будет за песком еще сходить, потому что песка надо будет накопать. Но Вот эти я только стекла могу дать, если надо. что лопату сделал. Могу и песок тебе накопать тоже. Нам надо будет для теплицы просто очень много песка. А, так у меня песок есть, целый стак песка у меня. Я в прошлом выпуске сделал это. Так, это есть. На жопе шерсть, как говорится. Ай! На жопе шерсть у тебя, да. Заколебали. Знаю. Заколебали эти мобы меня уже. Дерутся паразиты. Крипер. Ладно. Надо что-то решать со стрелами. У меня стрел вообще нет. А нам перед тем, как в Эндер идти, нам надо будет стрелы накопать много. Да, последняя стрела. На счастье. Мы их ни разу не крафтили, мы со скелетов только брали их. Хотя их можно крафтить. Я крафтил, у меня Правда, кончились. для этого нужен кремний, который раздобыть Из гравия можно только. не сложно, но копать гравий придется не... Он с каким-то шансом выпадает. Ну Кремний. да. Не быстрое дело. Я тихо хотел сказать. Где у нас? Раз, два, три. Блин. Что тебе говоришь, у тебя песок есть? Да, один стак песка всего лишь есть. Мне надо 6 штучек стекла. Я тебе могу 6 штучек стекла дать, надо будет. Только сейчас я тут немного всего я дома обстрою, только. Так, а получается, значит, где вот так, потом Блин. двойное окно. А, стоп, здесь будет. Ага. Понемял. Так, что-то слишком много монстров у меня возле дома. И крипер, А, ты и только сейчас несколько заметил, да? зомби. О, я придумал, что я сделаю. Вот так вот я сделаю. Я сразу нескольких зомби убил с помощью крипера. Камикадзе. Но я не умер зато. Я жив. Живой. Оно живое. Так. И в обморок упал, да. Есть какой-то цветочный магазин, я мимо него пару раз проходил. Они живые написано. Боже, это название магазина. Гениально, блин. Не могу. Жутковатое немного название какое-то, наверное. Согласен. А ты еще не копал дуба случайно? Сейчас надо инвентарь немножко освободить. Блин, хлебушек кончился у меня. Слишком много ели я набрал. А где у меня... А, вот. Так, что там, как у нас? Это получается... Вот так... Ай-яй-яй-яй! Да что? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, да. А зачем я копал землю? У меня целый стак земли был. Оказывается, я его не увидел. Не знаю, надо было тебе, наверное, столько земли просто. Видит Бог, я не хотел. Так, ладно. Получается, блин. Окно, два блока, перегородка, опять два блока. Здесь столб пойдет, значит, чуть-чуть урезаться надо будет, да? Ай-яй. Надо поспать, мне кажется. Да, сейчас. А то что-то слишком жесток все равно. Боже. Ты монстр, сколько здесь?
Зомби, 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 зомби. А ну-ка, прыгай в мой этот подземный проход. Сейчас, Макс. Подыхай там. Иду. Иду спать, да. Бегу. Опа, нифига у тебя тут опыта сколько есть. Не в середину дерева поставил, ну ладно. Здоровье. Я сплю уже, давай. А я сейчас пока не могу поспать, у меня паук под потолком болтается, зараза. Что ж ты будешь делать, а? Сейчас поспим. Сейчас спим. Сейчас бегу. Еще раз. А теперь к темному дубу. Пожалуй, пойдем. А, кстати, надо бы запастись новым этим. Этот, дашь мне 6 штук стекла? Сейчас. Опять коблин. Ты где вообще? Я в доме сейчас. Ну, что-то мне кажется, то есть как-то мрачновато у меня. Подожди, стекло дай мне. Ну, пошли вниз-то, блин, я за тобой вниз иду, а ты... А чё, у тебя не там стекло? Я думал, ты там прям дашь его мне. А, стоп, погоди, у меня там только стеклянные панели есть. А, очень жаль. Придется копать песок тогда. Да иди ты сюда! Стекло у меня, говорю, есть с собой, ты чё? Ну, давай 6 штучек мне. Я не знаю, сколько тебе дал, но пофигу. 10. Ну ничего, лишним не будет. Благодарю. Благодарствую. Супер-мега-благодарствую. Сейчас, короче... А кто чанки перезагрузил вот так, будто бы? Или... О-хо! Гигантский розово-черный блок тут у нас, это. Хрена тут вещей. Чё там такое? Тут, короче, у меня предмет, который текстурки как бы не имеет в инвентаре. Вот он такой огромный здесь. Мне надо сейчас ковыряться в этом мусоре и искать себе сундук железный. Ой, золотой. Уф. А потом все вот это дерьмо в алмазный сундук уже пихать. Так, алмазы нужны. Блин. Крипер был. Подкрался, зараза. Да где сундук-то, ё-моё? А, обалдеть, сколько тут вещей, обалдеть. Ой, кошмар, тут, сколько сейчас еще строит. И мусор вроде этого осколка глаза циклопа нафиг не нужен, нафиг он нужен вообще мне. Ты еще не искал дуб? Я алмазный сундук хочу сделать. У меня не хватает уже места в сундуке совсем. Я на склад общий складываю, мне по барабану как бы. Последовал бы моему примеру, я же сортировал. Да, просто что. Бегать туда далеко. Такое ощущение, будто, блин, мне близко, да? Хотя, может, да, мне чуть-чуть поближе будет, чем тебе, но Фёдор, так я... где этот сундук-то за... Вот он, наконец-то. Все, делаем золотой сундук. Ой, господи, не золотой, а алмазный. Сундук волшебный, из руды алмазный. Синяя изолента все исправит. А, стоп. Я даже 2 таких сундука сделать могу. Ровно как раз хватает стекла. Отлично. Раз, два. Отлично, у меня теперь 2 алмазных сундука. Алмаз, это тоже, это.
Это. Какой символ ты 46 штук заикаешься там? лазурита, оказывается, у меня есть. Какой-то есть? 46 штук лазурита. Ну, это уже неплохо. Железная дверь, я бы там бы вместе бы все-таки на склад бы складывал. Какие-нибудь ресурсы, которыми ты редко пользуешься, удобно. Чтобы дома ничего... Я думаю, наверное, дома поставлю обычные сундуки, а эти, наверное, на карьер унесу сундуки. Либо обменяю два железных сундука на очень-очень много темного дуба. Как тебе такая задумка на бартер? Не знаю, может быть. Так, я не могу подобрать эти вещи. Придется сломать стену ненадолго. Я, который ломает стену, потому что я дом сейчас буду перестраивать. Ай, блин, павук. Обижает меня павук. Петух. Ты петух или паук? Я паука петухом назвал. Как логично, черт возьми. Ой, просто говорю. Ты просто не понял, к чему это слово было, вот и все. Ладно, ладно, понял. Так, ладно, далее идем. У меня что, эндермен где-то в доме, что ли, Макс? Сходи, прошерсти мой дом, а? Подожди, пожалуйста. У меня свои дела тут. Ладно. Стену обратно застраиваем. Так. Вопрос. А если такой черный квадратик на карте, это получается эндер, да? Не знаю, это значит, что он где-то под землей. Значит, у меня в подвале они бегают. Но я это черный квадратик на воде. Отлично, у меня теперь два алмазных сундука. Повезло. Я бы свой бы золотой бы хотел бы сделать алмазным. И мне бы хватило, и больше бы мне не надо было. Вот это... А, оставлю и ту, и ту. У меня, оказывается, две запасные кровати было. И одна переносная кровать, которую я с собой буду брать. Переносная кровать. Ну, в путешествие с собой брать. А как-то она отличается от обычных, что ли? Ну, в моем случае цветом это я так вижу, что я типа эту буду брать с собой. А какого она у тебя цвета переносная, ты ее называешь? Желтая. Желтая? А стационарные, так сказать, они какого цвета? Красные. Красные, стандартные. А, это ж, ну, стоп. Так с этой же версии, или с какой можно было покрасить кровать, я просто не помню. С какой, с 1.9, что ли. Но точно не уверен. Так, дуб. А зачем я взял их с собой? Мне не нужны они. Мне для шиша дуба сейчас будет надо. Да, без проблем, сейчас я тебя нарублю. И не накопаю, как ты сказал, а нарублю. Наруби. Лесоруб ты наш. Кошмар, вот ты представляешь, да? Здесь сейчас перестройка грядет, какая огромная. Ну, за одно дерево уже 46 штук. Впечатляюще, не так ли? Немножко есть такое. Но они большие, это хорошо, мне кажется, потом это, когда я дом построю до конца, такая лысая поляна будет где-нибудь. Где были такие дубы. Надо вообще будет как-то заняться... Как это называется, когда люди садят деревья за место тех, которые вырубили? Что-то я не знаю. Ну, короче, в общем, восполнение надо будет деревьев потом произвести, наверное. Да. Вот это дерево немножко частично в воздухе висит. Это надо исправить и убрать его вообще. Она, короче, одним краешком только на земле стоит, остальное все нет. Так здесь походи вокруг, половина таких деревьев будет, Макс. К сожалению, да.
У меня, короче, два стака и еще 22 таких. Как думаешь, надо еще, нет? Надо, надо, конечно. Эх. Ты, посмотри, какой домик-то у меня строится. Ну, вообще. Это все-таки не какая-нибудь маленькая халупка будет, а хороший дом. Большущий такой дом будет. Не сомневаюсь. Ну, большой. В средних размерах, я бы сказал. Ну, уж точно больше, чем у меня. Чуть побольше, чем у тебя, совсем чутка. Что у нас там остается? Так, ладно, еще вот это вырублю и отдам все тебе. Дальше. Так. Ой, глина. Тут глина. Вспомнил, что я хотел. Блин, Макс. Че? Ну? Погоди. А, у тебя осталась метка с этими... С глиной той? У тебя метка осталась? Этот, красный, вот с красным песком, что ли? А где нет? Вся из терракоты состоит, или как она называется? Есть? Ну, это обожженная глина. Оранжево-желтого там цвета, да, осталось. Ты поешься туда, я... Во-первых, сначала держи этот дуб. Ты мне дуб скидывай пока, аккуратно. О, очень спасибо. Сейчас я пока выгружу чутка. Это выкинуть, это тоже выкинуть. Выгрузись, да, я тебе... Да, все, я выгрузился. Вот ты сейчас туда отправишься, я тебе дам кровать туда с собой. Так ты мне это... Дай эту метку-то, у меня же нету этих меток, ёлки-палки. Ты туда тпшнись, за тобой тпшнись метку откуда-то. Так, сейчас, где она? Роутер Санд называется у меня эта точка. Роутер Санд. Да, все, сейчас. Ай, подожди, я что-то застрял в воздухе. А как она называется правильно? А я не знаю. Да пофиг, запишу так. А ее нельзя никак перекрасить случайно? Перекрасить? Да, перекрасить. Кого именно? Ну вот эту вот шнягу, которую сейчас добываем. А. Ну, может и можно, не знаю. Надо бы сейчас попробовать ее. Че, да, давай прям тут поспим, я тебе дал кровать. А сейчас погоди, мне что-то в инвентаре все битком. Блин. А я думаю, что у меня все битком-то в инвентаре? Сейчас. Убери этого зомби, пока я кровать не буду ставить. Ну что, спим? 3, 2, 1. Да. Спим и заканчиваем серию. Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. И если это так, то с вас лайкос подписался на нас эпичные, опа, видосы. Так. Подписывайтесь на стримерский канал, влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. В следующей серии мы продолжим собирать эту глину. И я направлюсь в ад для поиска ифритовых палочек и голов скелета. Ну и, в общем, пока. Пока.